Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Даша и Артур. Привет. Мы продолжаем играть в Лего Властелин Колец. Мы находимся уже ближе к завершению, я так думаю. Сзади такой. Она тут вообще какая-то. Он сказал, если меня убьют, да? Столько собирал эти копии. Little hobbits do not belong from war, Master Meriadoc. It is a three-day gallop to Minas Tirith, and none of my riders can bear you as a burden. I will say no more. Он на козыке едет, что ли? Ну, вообще, как бы по фильму она его посадила перед собой. Ну, я знаю, тут так. Да. Тут так не так. Прикольно. Интересно. Нет, мне кажется, сейчас будет эпичная битва. Хотя, мне может кажется, быть... Мне кажется, что мы сейчас будем играть за них. Ну, возможно. Ну, возможно, если да. Если мы выберем? Нет. Это кто сказал? Я играю за короля. Прикинь. За короля? Элвин, нет, не хочу. Лучше за Мэри. Где Мэри? Подожди. Я упал со скалы. Мэри, вот, я буду Мэри. Смотри, я застрял. Я не могу выбраться. Это нормально? Не знаю, смени персонажа. Нет, я вот так. Я оставлю свою лошадь, она мне не нужна. Лошади, а не для слабаков. А, мы типа с королем, да? Угу. А ничего, что он сказал, чтобы он... Ну, ладно. Никому не кажется, что я вот крайне глупо выгляжу. Ну... Я не видел. Ну это... А козочка умеет краситься? Подожди. Она может медленно ходить, а краситься? 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 Нет, она может только медленно ходить. Ага. Ух ты, как тут всего. Не успеешь. Вот смотри, сейчас будет эпик файт. Подожди, 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 подожди. Ааа! Ну что ты наделал? What did you... Ладно, не важно. Какая музыка. Да. Музыка прекрасна. Интересно здесь. А нет, мы уже обсуждали, да, то, что тут за злых персонажей играть нельзя будет. Ну, я имею в виду за их сторону. Ну да, навряд ли. Потому что если и будет, то только без озвучки. О, капец. Да. Нас ждет эпичная битва. О, вот этот. Прикольно. О, смотри, этот. Ну да. Это ж они, как он называется, везут вот таран. Ага. В книге написано. Ну, как это делали, там интересно. И вообще история его, в скольких битвах он там победил. Победили при помощи меня. Он колки, он такой, он любит, он такой вот. Что-то за одну мысль зацепился, потом страниц 10, да. Да, обсасывает это так. Поэтому книжка такая толстая. Как я помню, первый раз ее читал. Черт, побери. Рохан. Ну, под конец вот ощущение, что они на многие моменты забили в игре. То есть, многие вот такие вот прикольные идеи они сделали в форме, там, двухминутной кат-сцены. Ой. Ну, нормально. Ну, вот это, конечно. Да. Алин. Зато у меня есть рок. Такая, конечно. Сет клеил. Нормально. Ну да.
Бить, 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 бить. Бить, ломать. Меня не бить. Ты понимаешь, кто ты? Нет. Я на коричневой лошадке. Это я на коричневой лошадке, а нет. Что ты делаешь? Я на коричневой. Я на коричневой. Подожди. Я на коричневой. Ты за Эйвен, я за короля? Да. Так я что... Хватит меня бить. Не стой под стрелой. Не стой на пути у короля. Блин, прикольно. Это мое. Это слишком прикольно, это мое. Да. О, приз. А почему я отвернулся? Блин, тут такое мясо идет, вообще капец. Просто, чтобы вы понимали, мы не управляем прямо, мы просто можем поворачивать. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Больше не дается здесь. Воли. Мышь! Слон испугался мыши. Это очень глупо было. Ну, ладно, ну прикольно. Я ко мне. Сейчас его назгу. Зачем ты спойлеришь? Простите. Этот фильм не видел никто и никогда. Я вообще не понимаю, зачем в эту игру играть, если фильм не смотрели. Назгул не может. Назгула не может победить. Потому что это рука. Да, рука от руки мужа. Как он стреляет. А я и не муж. Ай. Там лошадка моя вздыхающая. Сохранить. Не как так. Она страшно орёт. О, капец. Это король нас гул. Ой. Во. Не получи, не. Не, Ой, тебе сейчас, не. Сейчас. Не получи. Вот тебе, не. Разом. Так. Понял, да? Не. Ой, сейчас он опять орать будет. Сейчас он. Ай, осторожно, спокойно. Беги отсюда. Блин, вот за такие вот моменты, конечно. Мелко. Ой, сердечко. Надо было тебе отдать, ну ладно. Может, ты отойдешь оттуда, пока он... Там убили тебя, да? Надо было отойти, я думаю. Так. И сейчас он ударит головой. Я орёт так противно, да? Да, противно и громко. Бейся головой. Не, ну это... Бейся. Еще раз. Это тупо вообще. Он головой бьет и такой, блин, такой. Оп. Не. Ты меня охраняй лучше, я буду бить. Я хочу бить. Я хочу бить. Мы друг друга бьем. Дай мне сердечко. Не надо. Лошадка. Умерла. Да не умерла она, а вон шевелится, видишь. Он шевелится, слабо. Да что ты творишь, ну? Прикольно. Еще разу. И... Так, это он кричит. Ой, как противно. Мы пугаем. Орки тоже такие, говорит, не слышу ничего. Давай. Давай еще, давай. Дынц! Так, отойти чуть-чуть. Давай третий раз. О! Забери голову. Во, вот это тоже очень крутая сцена. Такая, кстати, штука сейчас идет. А актер, который играл вот этого, Назгула и предводителя орков, этого здоровенного, один и тот же, такой... Здоровенный афроамериканец. Ой. Он не может ее достать. О, я собираю что-то. Давай. Видишь, фиолетовые монетки. Их нужно собрать. Срочно. Неважно. Ой, блин.
Так, ну его бить просто так бесполезно вообще. Так долго. Не дает 10 тысяч. Блин! Какие монетки! За мной такая дура гоняется. Тыква? За то, что вас собрать, не надо будет. Да он уже пришел к тебе. Нет, он за мной гоняет. Он что-то творит. Так, я так понимаю. Да, наконец-то он тебя ударил. Нет, хотел, чтобы он тебя ударил, потому что... Нет, его нужно вести вот на вот этот... Вот, вот давай. Бей его, бей. Понравилось, на, получи. А я пойду тут что-нибудь посмотрю. А еще. Блин, я убил. Он пошел меня бить. И вот сюда еще можно. Так мелко, что я ничего не вижу. Ну ладно, вроде ударил. Кстати, у нас включена ведь, да, горизонтальная, вертикальная, это самое, да? И все равно. Ну да, тут похоже так задумано. Неплохо. О, теперь ему нужно... Нет, это неплохо, вот это реально хорошо. А может сюда? О, давай сюда заманим. Давай сюда, давай сюда. Не, не получится. Что-то такое задумался. Да. Давай, бей меня. Фире, я хочу. А еще где? А, он уже без головы. Он без головы. Ну на тогда, на получи. О! Вот, смертный удар. Прикольно. По-моему, к нему сзади кто-то должен подойти. Я иду. Даша, Даша. Даша. Ой, он так прикольно этот, помнишь, свернулся уже? Да. Фу, кажется. О. Питер Джексон. А что у него на голове? Вторая голова? У него три головы там было. Джек Воробей, к вашим услугам. Пират? Нет, как там? Капитан Джек Воробей. Я как всегда. Какого чёрта? Всё. Это круто. Мба. Внушает городок. Жаль, что не дали побегать. Не мастерить. Угу. Это сейчас должен сделать Пегалас. Наверное. Наташка, так. Я Леголас? Ну, это Гимли должна быть. На Бали! О, прикольно. Ты можешь, пожалуйста, вот... А, это не стрелять, я должна туда запрыгнуть. Да иди ты в пень отсюда. Ну, вот козел долбанный хоробин. Я его уронил. Я иду. Кому ты там идешь, я уже вон сломался. Да японский бог. Смотри, что делаю. Ну ты молодец, но мне тут атаковали просто. Я не могу ничего сделать. Давай, прыгай. Как ты это сделал? Можешь мне объяснить? Ну, я отрубил ему ногу своим крутым мечом. Нет, я серьезно. Серьезно? Ну, по ноге рубанул. Рубанул по ноге? Да. А почему там нарисовано для лаза вот это вот? Ну, это был другой слон. Подожди. А почему? Ну, уйди, я хочу первым. Ты пожалуйста. Будешь стрелять, нет? Да, туда разве стрелять надо? Да. Нет. Да. Нет. Да. Убей этого придурка. Да, блин. Иди нафиг отсюда. Дай мне Леголаса, ты не умеешь им играть. Нет, я хочу поиграть. Ну давай. Сейчас. Пока. Я сделаю нашел это. Приколюху. Еще я взял пока. Ой, пардон. Где он? Где он делся? Стой. Это есть. Тебе нужно сюда попасть, он туда попасть, по нему запрыгнуть. Да что ты? Ну, кстати, попал в одну. О, в одну. Иду. Сохранись пока.
Я стреляла, просто ничего не получилось. Ой, да ладно. О, я пока... Ой, пардон. Что-то страшное произошло. А уйди отсюда! Что нашел? Какие-то цветочки. Где он делся? О! Что это? Что ты нашел? Цветочный горшок. Ты видишь, что у меня на голове? Ты одел цветочный горшок. Я не знаю, что это. Я просто, я даже, я же замерла просто. Всем вон! О, какой у него прикольный шлем. Почему-то этот шлем мне не дает одеть. Ты уже попадешь, нет в него? Да он не стреляет. Возьми гильду. Слушай, сними шлем. Пожалуйста. Что тебе не нравится? Где ты его нашел? А вон уже все уже. А, уже все открылось? Да, уже. Да подойди, уйди, я хочу залезть. Да давай твою... С этой стороны у него тоже надо стрелять. Так, я вообще сейчас взорвусь. Куда он пошел? Ой, ты гильду. Гребаный слон. Я сказала гребаный. Убей слона. Не получается. Убей слона. Вон у него, видишь? Не получается. Он не лезет туда. Дай мне Леголаса. Ёжики плакали, кололись, но продолжали жить как-то. Вот, 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 я иду. И на вторую давай. Я иду. Ну? А теперь куда? Теперь на третью. На какую? Где она? Понятно. А, твою маму. Короче, забирай этого дурака, он мне нравится. Смотрите, как это делается. Засекайте секундомер. Сними шлем, пожалуйста. Цветочный горшок сработал. Где ты его нашел? Не знаю. Лежал на полу. Эй, не свалите с меня. Господи. Так, вода. Нет воды. Да ты там сам попрошусь. Я посмотрю. Да, давай, давай. Так да, просто. Стой. Да, он сейчас возьмет, остановится. Да, остановился. Да, подожди. А почему он повернулся? Ой, это тупо. Я пока пособираю, сушу монетки всякие. Почему это так тупо? Я не знаю, ты сказал, что это очень легко. Это очень легко. Ну, давай. По крайней мере, я хоть на одну запрыгнула. Я тоже на одну запрыгнул. На две. Я слон сейчас задает. И как мне попасть теперь туда? Блин. Ну-ка так, подожди. Параметры. Динамические. Зачем? Зачем ты? Я так хочу. Ну и что, где? Я не могу смотреть на города спокойно. Нормальный шлем, по-моему. Блин, почему он автоматически наводится? Мне нужно тебя, наверное, прикрывать. Да, ты меня отлично прикрываешь. Все, меня опять уже. Видишь, я маленькая, я пока до тебя добегу с монетки подробно. О, меня рубят монетки, блин. Никто тебя не рубит, я тут. Япона мать, что ж ты двигаешься так быстро? Почему мое было так элементарно, а твое так сложно? Ой, стой, животное! Ты там не открыл, куда ты прыгаешь? Чего не открыл? Стреляй, вон, там нету этой балки этой. Да. Доп! Белое колено. Я же засмотрелась. Так, я сейчас убью, кажется, короля Гондора. Стой, скотина! Да-да-да, давай. Смотри, он уже хромает, нет? Психуй. Психуй, как я. Вот что дальше? Почему я не мог... Блин, он поворачивается. Вот, вот, вот. Давай, вот. Давай, давай. Сделай, просто сделай. Сейчас дует. Куда ты прыгаешь? Ее нет там, Артур. Блин, она только что там была. Гребаный слон. Это именно гребаный слон. Я куда буду, ты поворачиваешься? Бегать за тобой, злорадствовать. Это капец, это так сложно. Для подписчиков это просто элементарно. Ну конечно. В комментариях напишут.
Да я по 5 раз на дню так делаю. Да, каждый день. И что дальше? Вот и куда? Я не знаю. Вон, на веревку! Там была веревка. Давай, ты сможешь, я верю. Давай, давай на веревку. Давай! Давай! Слава богу! Япона, мать, я Dark Souls прошел. Демон Souls, но там не было так сложно, как тут. Сволочи. Просто сволочи. Подожди, а если я сейчас заберу себе Арагорна, выброшу горшок... Никола, столько, мать твою, не падай. Я тебе этого не прощу. Выброшу горшок, потом возьму Гимли, возьму горшок, одену себе его на голову. Зачем? Зачем ты это сделала? Гимли, он идет больше... Ой, камера. Считается за одного. Он еще живой, что ли? Нет, он убежал. А, ну да, это же детская игра, тут нельзя убивать животных. Вообще, этот горшок мой. Нет, it's mine. Блин, мне с одного удара вон все тёрки. Подожди, там еще, еще троих слонов убить надо. Вы что, издеваетесь, что ли? Это вообще как так-то? Сохранись, пожалуйста. А, нет, я, это ж я, нет. Потом мы сейчас просто можем психануть. Это для Гим... Нет, это мой. Для Арагорна. Это очень просто. Давай. А тут что-нибудь есть для Гимли? Да уйди отсюда, блин. И тут все для Арагорна. Давай, ты сможешь. Да, все просто, но ты попробуй догони их сначала. О, это залегалось. Я тоже попробую побегать. Да твою дивизию. Так, остановился слон, остановился. Что-то их как-то... Вот. Ай, ох, камера! Что ты камера делаешь? Камера нормально, камера. Камера хорошо. Камера очень плохо делает. Ня-ня-ня, ключи, ня-ня, скотина. И убил. Ничего, что я там вообще не вижу, что происходит. Да нормально, тебя убивают там пока. Так, как ты сюда залез? Ты сюда попала, что ли? Да. Так быстро? Да. Конечно, я же показал, что делаю. Конечно, показал, что делать. Слон, стой! Стой, слон! А что я должна делать? Я стою. А, я убила. Почему не показали, как я эпично убила слона? Потому как что я эпично спрыгнула с него. Мой слон какого важнее. Какого черта? Включи камеру обратно, нормально. Ты все, блин, испортил. Столько крутых моментов. Гимли такой сзади, такой печальный, с этим хорошо. Давай Леголас его наденем. Нет, не надо. Леголас, он секси. Он должен быть секси всегда. Секси for life. Ну, тупо зачистили. Намастилит. Папочка. Папочка, не убирай. Дорогая, не убирай лошадь с меня, пусть она лежит дальше. Они совершенно не мешают. Его... Что с... Что? Вообще-то... Да, это просто капец. Какая жестокая кошмар. Все, можно уйти? А, нет, я еще попритворяюсь. Has passed beyond my sight. Sauron had the ring, we would know it. 10,000 orcs now. Все, сейчас мы будем играть за Фродо. Да, похоже. Нет. Да. Мы сейчас подойдем к вратам, вызовем на бой войско Мордора. А, ну да, это уж. Наверное. Вообще, наверное, ты там будешь драться. Отвлекающая атака. Смотри на слона на заднем плане. Да, как черепаха. Мой наушник. Короче, в следующем, на следующем уровне, мне кажется, я буду играть за Фродо, а ты за Арагорном будешь драться. Наверное, так. Потому что там уже одновременно все происходило. Да, я думаю, что вряд ли. Тут не многое, знаю, что происходило одновременно. Ну да. Блин, прикольно. Мы миллионеры. Ура! Уже почти полтора скоро. Угу. Надо будет кого-нибудь потом приобрести. Подожди, подожди, мне еще интересно вот этот вот. Вот. Посмотри.
Срань господня, какой позор, мы собирались только три предмета. Да нормально, что ты. Кошмар. Ну и что, короче говоря, надеемся, вам понравилось. Да. По-моему, это была крутая миссия, крутой уровень, эпичный такой. Тупой, конечно, с этими слонами, но, тем не менее, было весело. Надеемся, было весело и вам. Увидимся в следующих сериях. С вами были Артур и Даша. Всего хорошего. Пока. Пока-пока-пока.